Утренники в детском саду – замечательная возможность для родителей увидеть, как растут и развиваются их дети. И вот настал день, когда пришла пора питомцам прощаться с уютом и теплом родных пенатов. Прощальный выпускной бал прошел в группе «Рябинки» детского сада «Ивушка». Как и положено, на балу девочки были настоящими принцессами, а мальчики – истинными джентльменами. Концертная программа была построена таким образом, чтобы выпускники могли продемонстрировать знания и таланты. Номера чередовались, каверзные задания по чтению и математике сменялись хореографическими и вокальными произведениями. Все стихи и песни были посвящены воспитателям, родителям и любимому детскому саду. Самое время помечтать о будущем. Когда ты вырастешь, ты кем будешь? Полицейским. Кем ты будешь? Пожарным. Я хочу стать архитектором. Я хочу стать механиком. Я хочу стать учителем. Я хочу стать воспитателем. Хочу работать в бухгалтерии. Хочу стать полицейским. До свидания!